Вера Васильевна принадлежала к миллионной доле человечества, потому что она была совершенно необыкновенным человеком. Это не общие слова, я поясню. И я таких людей, ну, вообще такого уровня, не встречала вообще по жизни. Дело не только в том, что она очень многосторонне была одарена, и литературно, и музыкально, конечно, и у нее была потрясающая речь, абсолютно крылатая, летящая. Как она говорила, мы все только завидовали. У нее не было случайностей. Вот. Жизнь была действием, которое было достаточно импровизационно, но в то же время концептуально. Вот это сочетание удивительное. Как бы создавалось какое-то магнитное поле, в которое втягивались люди. В этом был один из инструментов ее влияния потрясающего на окружающих. Дело не в том, что она была властным человеком, а настолько ярко воспринимала вообще жизнь, действительность, искусство, что невольно это все притягивало очень людей. Причем были и такие обратные явления. Сильные личности, которые не могли этому противостоять, часто это выражалось бунтом, да? Потому что вот ты понимаешь, что ты подчиняешься, но тебе хочется не потерять себя еще. И невольно единственный способ – это был как-то бунтовать. Против этого бывали конфликты у меня в детстве тоже, естественно, когда я росла и начинала себя осознавать как личность при полном обожании мамы и абсолютном восхищении всеми ее качествами, у меня возникал иногда протест. Это, безусловно, было. Причем, когда я была подростком, и, конечно, я не могу сказать, что я очень хорошо училась, там, увлекалась своей профессией уже тогда, ясно, наметившейся. И мама периодически читала мне такие проповеди. Причем это было так выстроено по речи, это было так убедительно, это было так прекрасно и настолько уничтожающе к такому бессмысленному безделью. Да. Но я злилась невероятно, потому что я знала, что она во всем права. Да. Я думаю, что подобные вещи, подобные реакции могли возникать и у других людей. Она поднимала общение с людьми всегда на какую-то высокую очень планку. У нее было совершенно небудничное сознание. Вот что происходило? Скажем, каждый урок в классе – это было введение во храм. Вот буквально. Потому что сразу мы оказывались в другом пространстве. Ничего обыденного вообще не было. Это другое пространство, в котором происходит действие, в котором место поэзии, высоким размышлениям, устремлениям, самосовершенствованию. Причем в этом не было никакого ханжества, никакой напыщенности. Ну просто вот она включалась сразу в эту ноту, и все вокруг тоже включались, потому что ее влияние было огромным. Она просто излучала эту энергию творчества, дерзкого поиска постоянно. У нее был режиссерский талант, невероятный. Причем он был не только в профессии, он был в жизни. Всегда были потрясающе выстроены программы. Она выстраивала свою передачу. Она выстраивала свой рассказ о чем-либо. Я не могу сказать, что он был записан по схеме, но вот эта вот концепция, которая у нее рождалась, и она потом по ней, как живая вода, текла. Это случалось и при встречах домашних.
Она не любила какого-то хаоса, вот случайности, какой-то суматохи. У нее в действии выстраивался любой разговор, любой проведенный домашний вечер. Конечно, она была перфекционистка по натуре. Она любила совершенство и была необыкновенно требовательна как к себе, так и к другим. И вот она никогда не бросала то, что она начинала, она обязательно должна была завершить. У нее всегда вот был какой-то завершенный цикл действия. И даже она, когда ушла из жизни, она вот удивительно, она перед этим завершила все начатые дела. Вот переиздание книги, она написала все завещания, она все, ну вот все. Вот такой вот, она не могла уйти, оборвав что-то и не закончив. Для меня вот абсолютно драгоценно было со стороны мамы. Это ее любовь и ласка. Ну, это звучит достаточно банально, но она вот как-то напитала мою душу любовью, при том, что, конечно, она со мной была мало. Меня воспитывала няня, меня даже отправляли в деревню, где я абсолютно породнилась со всем русским народом. И я в себе ощущаю русский дух такой, вот, благодаря вот моему общению с няней. Но мама для меня была абсолютно вот солнцем. Это всегда было связано с лаской. Она очень любила мои волосы, она их причесывала. И это было абсолютное блаженство. Вот это то, что, в общем-то, ребенок должен получить от матери, я от нее получала. Слава Богу, что она напрямую мною не занималась, потому что она была слишком сильная. И вот она свою мощь и силу она направляла, естественно, в свою профессию. И концертами, и учениками, и вот потом позже телепередачами. И вот то, что я от нее получила, это была как раз вот совершенно другая ее сторона. Вот эта ласка и нежность, которая для меня, ну как-то, вы знаете, мне кажется, это вообще защита на всю жизнь. Вот эта любовь материнская. Вот у меня одно из первых воспоминаний. Значит, я сижу на полу с игрушками. Мама стоит перед зеркалом, значит, меряет одну, значит, юбку, другую, там, свитер, значит, подкрашивает что-то. И вот, в общем, она готовится к уходу на работу. Перед работой она одевается. И я смотрю и думаю, какая мама красивая. И я задумываюсь и спрашиваю, мама, сколько тебе лет? И она говорит, 28. И вот это вот я прям помню, этот кадр. Ей 28 лет. У нее была очень стройная фигура, она щеголяла стройными ножками в узких юбках, на шпильках. Всегда такая, ну, в общем, вот образец летящей красоты. Красота облика ее, она была совершенно, скажем, непререкаема. И ее обожали ее студенты, они все ее за глаза звали Вера. И я помню, как она, вот в молодости она всегда опаздывала на работу, потому что она очень долго примеряла, что ей надеть. Потом она бежала на стоянку такси, значит, впархивала в эту «Волгу» и ехала на работу. Там уже ее ждала толпа студентов. Вот так очень все было красиво. И, ну, когда я с детства приходила уже из школы к маме в класс и сидела, и слушала. Для меня это было интереснее любого спектакля. Это был театр одного актера, и там просто можно было утонуть. Я часами сидела, слушала и мысленно вместе с ней преподавала. Для меня вообще на самом деле была лучшая школа по жизни. Вот. И опять же, самое главное, что я не была под ее прямыми лучами. Потому что, когда она уже начала со мной заниматься изредка, а у меня были трудности с воплощением того, что я чувствовала и понимала. И когда она мне начинала говорить то, что мне и самой уже было понятно, мне это вызывало страшную бурю протеста. И в меня иногда летели ноты. В общем, я помню, один раз она меня выгнала из класса, потому что я начала что-то ей спорить, и играла концерт Чайковского, как сейчас помню. Вот. Но всякие были случаи. А вот когда я была свидетелем, так сказать, ее вот этого спектакля, это было совершенно завораживающе.
Всегда на первый урок, когда приходил студент, она давала ему сыграть сначала до конца. И после этого она рассказывала свою концепцию, показывала сама. И был такой потрясающий обзорный урок. Не копание в деталях, а вот это полотно, вот оно во всей своей мощи, там картинки с выставки, соната Листа, там симфонические этюды, ну какие-то вот крупные сочинения, ну или циклы, пьес, но это всегда был вот такой обзорный урок, который был абсолютно сокрушительно впечатляющий, потому что вот, ну, ее дар речи, она показывала, она гениально играла в классе, показывала, ну, просто потрясающе. И я помню до слез просто вот аж захватывало дыхание, буквально. Студент уходил со всем этим, оглушенный этими впечатлениями домой, на следующий урок он уже, так сказать, переварив что-то, приносил, и тогда уже начиналась детальная работа. Она всегда исходила из образа. И вот это очень интересно. Ее образы были настолько яркими, настолько вот они внедрялись в душу, они просто можно было на глазах увидеть, как человек начинает играть по-разному, то есть по-новому, по-другому. И самое главное, что этому образу подчинялись и технические возможности. Это ведь нормальное явление. Человек, когда он чем-то окрылен, впечатлен, воодушевлен, у него вырастают крылья, у него начинают, да, проявляться какие-то другие возможности, даже физические, вот буквально. И вот это вот происходило, вот этот эффект, он на меня всегда производил огромное впечатление. Когда поступила в консерваторию, она была совершенно из скромной такой, без больших претензий на интеллигентность семьи. Дедушка был вообще из семьи, через поколение семьи священников. Отец его был акцизный чиновник. Но вообще они, конечно, росли в таком достаточно одухотворенной обстановке. Все играли на музыкальных инструментах. Жили в провинции, родился он в Касимове. Бабушка была из купеческой семьи. В общем, она была очень музыкальной. Вот она приехала в консерваторию, и они с дедушкой познакомились. Но дедушка, как многие молодые люди того времени, он свихнулся немножко на революции и, значит, там работал где-то на бирже труда. В общем, он уже, так сказать, отщепился от своего гнезда. Вот. И мама, собственно, выросла. В основном там книжки были, знаете, по марксизму, ленинизму, и вот больше там особенно ничего не было. Мама начала читать, когда она попала в библиотеку в эвакуации. Но она об этом пишет. И она настолько была потрясена вообще своим вхождением в литературу, что она перестала ходить в школу, и там 3 или 4 месяца она просто ходила в библиотеку. И бабушка, которая поехала с ней, чтобы следить за Верочкой, и работала там в столовой в эвакуации в Пензе, в ЦМШ было размещено в Пензе, бабушка это обнаружила спустя вот 3 месяца. Ей сказали, что что-то Верочка не ходит в школу. Она читала, она в запой читала. Вот. И, собственно, вот она сама, она такой self-made человек, она себя сделала сама. И потом она, значит, когда поступила уже в консерваторию, ну, она ходила, значит, с пучком, с какой-то корзиночкой, у нее такая была скромная прическа, всегда все в закрытом, в черном. Ей казалось, что она ужасно некрасивая, и она даже не подозревала о том, что у нее изумительная фигура. В общем, и потом она вот как-то расцвела, раскрылась, постриглась и стала уже совершенно другой. Но я такой ее, конечно, не знаю. Я ее уже помню блистательной. То, что она ушла, ну, понятно, что люди уходят, это неизбежно. И она прожила свою жизнь. Она уже устала. Но, конечно, вот учитывая такую необыкновенную человеческую близость с ней,
я понимаю, что вот эта ниша, которая опустела, она не может быть ничем заполнена. Это как бы вот... И это очень у многих людей, просто в разной степени существует, но это как бы такое неизбывное сиротство, которое наступает при расставании с таким человеком.